Летят, и нигде не встречают века.
Всем ясница, и задачки по странице, он из всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко, конопатая девчонка из облачного детства моего. И кричит о чем-то звонко, конопатая девчонка из безоблачного детства моего. И будем беречь и любить. Школьные задания, первые признания, а давно не очень грустный класс. Длинные уроки и учитель строгий, никогда нас не забудет. Недавно совсем нам казалось, что так этот вечер далек, но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний, взять. Под его рукой.
мне казалось, где ты на комнате. После тебя не хотелось быть такой. Так жаль, что не было быть для нас не повала, что звезды загорелись среди туманов. Данные оконы отлучали частичку чувства моего храня. И в чем-то сердце эхом замирая. Сейчас уже, увы, не для меня. Как жаль, что небо ввысь, не нам с тобой делить. Как жаль, что эту жизнь с тобой не жить. Как жаль, что небо ввысь, не нам с тобой делить. Как жаль, что эту жизнь с тобой не Ритмы планеты. Thank you.
тобой. Люди добрые сказали, как жила я до тебя. И вот теперь ты равнодушно отрекаешься, любя. И вот теперь ты равнодушно отрекаешься, любя. Женщина, зовущая любовь, женщина, зовущая любовь, в этом равнодушном мире снова без ответа. Женщина, зовущая любовь, женщина, зовущая любовь, грешная судьба упрек такой, душа поэта. Если бы ты знал, как долго я любовь свою звала, как жестоко ошибалась, сколько слез я полила. Но тебе уже сказали, как жила я до тебя. И вот теперь ты равнодушно отрекаешься, любя. И вот теперь ты равнодушно отрекаешься, любя. Женщина, зовущая любовь, женщина, зовущая любовь, в этом равнодушном мире снова без ответа. Женщина, зовущая любовь, женщина, зовущая любовь, грешная судьба упрек толпы, душа поэта. Женщина, зовущая любовь, женщина, зовущая любовь, грешная судьба упрек толпы, душа поэта. Яночка, не уходи. Наверное, все поняли. Спасибо, не говори, в этом тебе помог Бог.
знаешь, как их? Как надо лучше называли сегодня утром. А я еще 17 дней напустила. Молодец, думал, что можешь улыбать. Встреч цветным витринам, мимо пролетают дорогие
Ленин проносится с горящими глазами, холодными месяцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, мечта подавила в сети, пропадаешь навсегда. Молодая, воздух, простор из бедняков, запаха бензина и дорогих духов. Я купил на новый велосипед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила, за собой гулять пригласила. Я взял, купил и разбил, тебя под отдых освободил. Гали-гали-гали, пара группер-пер, нам с тобою было супер. Супер во всем земле. Гали-гали-гали, мы с тобой всю ночь летали. Гали-гали-гали, пара группер-пер, нам с тобою было супер. Супер во всем земле. Гали-гали-гали, мы с тобой весь день летали. Когда мне было 15 лет, я купил на новенький мопед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила, и скачка в зубы пригласила. На битву много забыла, и ты меня в ту ночь угорила. Гали-гали-гали, пара-купер, но с тобою было супер, супер во всем земле. Гали-гали-гали, мы с тобой весь день летали, весь день летали. Там состоялась церемония вручения аттестата зрелости. Всех благодарим за внимание, внимание, доброго и хорошего вам вечера. Вот такими они были, а сейчас по звездной дорожке идут взрослые юноши и девушки, идут за аттестатами зрелости. И снова расставайся, когда уйдем за школьного двора. Для нас всегда открыт ключ книги, один открывал предмет.
Добросовестным трудом на благо нашей огромной, прекрасной, щедрой Родины России. Пусть каждый из вас выберет в жизни, пусть не самый легкий, но единственный, верный свой путь. Теперь либо запали. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, штаб для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, пустоши и зарплаты. Неокончательные расклады каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбирайте тоже, как умеете. Никому не соединение. Каждый выбирает для себя. Впереди у вас длинный жизненный путь. Вам многое придется сделать самим, но уже сейчас у вас, вы немало потрудились, и у вас есть самый главный пока для вас итог. Сегодня вы получаете государственную оценку своего труда, аттестат о среднем полном образовании. Слово для зачтения приказа о выдаче государственных аттестатов предоставляется завучу Кунеевой Лидии Егоровне. По давно сложившейся традиции поздравляет... Выписка из приказа. Выписка из приказа номер 18 от 22 июня 2000 года по Светлоградской средней школе номер 3. Параграф 1. На основании положения об итоговой аттестации, решения педагогического совета школы и заключения краевой медальной комиссии наградить золотой медалью и вручить аттестаты особого образца за особые успехи в учении следующих учащихся. Учащийся 11 В класса Черную Дарью. Спасибо.
вместе с медалью. Даша, подожди, Миша. Мы вручаем памятную открытку губернатора нашего края Черногора. Понятно. Кто так физику выбрал, математику? Черная грань также вручается грамота, она получила ее по литературе и биологии. Вручается золотая медаль и аттестат особого образца ученицы 11 А класса Яценко Кристине, и ей также вручается грамота за изучение русского языка и английского за особую степень изучения этих предметов. Ее душа – источник света, а красота – мечта поэта. Она щедрена, скромна, она отзывчива всегда. Ты и науках не успела, ты смогла, и ты сумела достичь вершины непростой, достичь медали золотой. Параграф второй. На основании положения бытовой аттестации, решения педагогического совета школы, заключения районной медальной комиссии, наградить серебряной медалью за особый успех в учении и вручить аттестат особого образца выпускникам 11 А класса Варуха Сергею. Ему также вручаются две грамоты. Одна за особое изучение физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и за активную общественную деятельность в школе. Красив, как Ален Делон, в классе по спорту он чемпион, обаятелен, умен и друзей у него миллион. Вручается серебряная медаль и аттестат особого образца выпускницы 11 Б класса Кубановой Татьяне. Ей также вручается грамота за особый успех в изучении литературы и английского языка. Птичка не лишняя, если хочет, то синичка. Но вокруг только тронь, не девчонка, а огонь. Вручается серебряная медаль за особые успехи в учении и аттестат особого образца ученицы 11 Б-класса Калашниковой Ольги. Ей также вручается грамота за особые успехи в изучении литературы, истории, обществознания. Калашниковая Ольга достойна всех перечислений. Во всех науках в школе талант доволен. Вручается серебряная медаль за особые успехи в учении и аттестат особого образца, а также грамота за особые успехи в изучении истории, литературы Московенко Евгений, ученица 11-го класса. Умная, терпелива, и красива, и странна, жизнерадостна. И вот так. Вручается серебряная медаль за особые успехи в учении, аттестат особого образца, а также грамота за особые успехи в изучении литературы и истории Топчиевой Ольги, ученицы 11 А класса. Она ведет себя неординарно, она во всем оригинальна. Класса Чухланцева Елена. Вера умная и очень здорова. Ее признание сейчас будущее Кова. Вручается серебряная медаль за особые успехи в учении, аттестат особого образца Шабалдат Ирине, ученица 11-го класса. Пожелаем всем Ирине науки и себя. Пора. О среднем полном образовании выпускникам 11 А класса Олейниковой Натальи. Ей также вручается грамота за особый успех в изучении. Армену Сергееву также вручается грамота за особый успех в изучении активной общественной деятельности. Если помощь вам нужна, на российская есть она, так Сергей не в партии, будущий отличный семьянин. Германова Ирине. Если домашнюю работу тебе решить не могу, смело звони по телефону и расскажет всегда, помогу. Гончарову Александру. Ему также вручается грамота за особый успех в изучении истории, физической культуры, также за активную общественную деятельность. Саша умный, справедливый, девчонками любвеобильный. Он хороший, верный друг, его любят все вокруг. Ромина Валентине. Давай, Александр, давай,
исполнение. Поле тепла излучает воздух. Ростову Алексею! Вы чувствуете, что волны учения из той же ситуации, как вы выходите? Во время концерта будет школу защитить. Роман Ольгин! Наша воля все умеет, и дружить, и отдыхать. Мы хотим, чтобы в личной жизни было все всегда на пять. Вручаются аттестаты учащимся 11-го В-класса. Бельманову Александру. Категорично, но теперь нет сомнения. Здоровье на вашей жизни, душа. Суверенно на танке. Под неприступной вечностью. Карилова Изабелли! Обворожительно, легка, воздушно, не ходит, а плывет. Другие следуют ее послушать, хранить науку и задумать. Кирину Евгению! Ему также вручается грамота за особые успехи в изучении физической культуры. Нашу школу парень ходит или около нее. Все моргают он глазами, как доске зовут его. Ковтун Александр, у нас получается грамота за новый успех физической культуры и расположенной предприятия безопасности. Наша Ковтун парень смелый, он спортсмен, товарищ верный, поведение примерно. Он девчонок уважает, никогда не обижает. Кандаварова Людмила. Нас всегда заботят, стирают, готовят, вяжут, и правду не надо скажем. Красноруженко Вячеславу. Товарищ верный, поведение примерное, за своим стоит горой, настоящим герой. Кружко Калинин. Дала добрая душа, во всех нарядах хороша. Немногословно и скромна, пусть будет счастлива она. Мартиросян Яни, ей также вручается грамота за активную общественную деятельность. Помощь другу оказать для нее несложно. Вовремя шпаргалку дать, только осторожно. Если в школе КВН вечер... Матвиенко Ольге. Это будут все, это и подглавы. Вечно счастлив будет, кто жены возьмет. Желаем счастья и добра, и много радости всегда. Полухину Александру. Таланту скажет, не горячи. Большая, что этого дорога, пусть он в жизни всего достигнет. И в неудаче, и науке многие постигнут. Петренко Николаев. А то ли я слышал на вечер. Ты красив, смело, плохо. Пусть не только тренировок. Поздравляю. Ну, скажи, Акинову Сергею. Добрый парень. Акина очень любит пошутить. Нам его не позабыть. Он мечтает стать военным. Хочет в форме щеголять. И отчего защищать. Родионову Вячеславу. Самый буйный из детей — это Славочка злодей. Он не боится ни горьких невзгод, ни трудных дорог, ни опасных работ. Не гадайте, он не летчик, не легко водопроводчик, не военный пулеметчик, а немецкий переводчик. Сотниковой Татьяне и там вручается грамота за особые успехи в изучении истории. В жизни у Тани все сложится. Пусть счастье у Тани множится. Учеба не удручена, ведь пол. Старчан Александру. Ему также вручается грамота за особые успехи в изучении физической культуры, основной деятельности безопасности. Чучура, помяли же вчера, ты мяч гонял на стадионе. И вот сейчас бегу решать баран. И впереди тяжелая трудная дорога. Дробинка Надежды. Ему также вручается грамота за особые успехи в изучении истории и биологии. Лучше нету того цвета, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда Надя в класс войдет. А когда мы все услышим, как она заговорит, вся душа наша пылает, вся душа наша. Кармановой Ларисе. Лариса мила и доверчива, но порой бывает застенчива. Иногда ты еще и загорает, и ребята всем улыбают. Черняеву Алексею. Начал важничать, Алеша входит с видом гордым, словно стал у него пустяком, а шотландским лордом. Чернышовой Карине.
Мы говорим вам не шутя, Кала, милое дитя, всегда весела, беспечна и счастлива. Шифрую Светлане, и там же вручается грамота на особо успехи в изучении истории. Наша Света, ух и кива, начало, мила, красиво, хоть не любит физкультуру, зато любит танцевать и с собачкой гулять. Сегодня мы также вручаем свидетельство об окончании лицея Ставропольского университета права. Слово для зачтения приказа предоставляется Кунеевой Екатерине Егоровне. Вручается свидетельство об окончании лицея Абдухалдиеву Руслану. Так, сейчас еще тут наши будут выходить. Сейчас еще будут выходить наши. Домашки, дай. А куда? Что ты хочешь? Это кому? Значит, не надо. Ну, будет это не хватит. Не хватит, выходить, не хватит. А домашки куда? Зачем не надо? Калашниковой Ольге. Ирину Евгеньевну. Кузнецова Викторию. Лавовой Анне. Левандовского Александру. Саша, поздравляю. Никитиной Татьяне. Романенко Юрий. Сотникову Ивану. Шипуновой Светлане. Рядом с вами, ребята, всегда, пока вы учились в школе, были ваши наставники, классные руководители. Они радовались вашим успехам и вместе с вами переживали ваши неудачи. И сегодня они тоже рядом с вами, но последний день в роли классных руководителей. Слово для поздравления выпускников от имени классных руководителей предоставляется Варуха Анне Петровне, классному руководителю 11-го А-класса. Уважаемые гости, дорогие наши дети, мы, классные руководители, очень хотим вам пожелать исполнения всех ваших желаний. Хочется напомнить, дети, что вы сегодня последний раз хозяева нашей школы. Завтра вы отправляетесь в долгую ухабистую дорогу под названием «Жизнь». И мы старались быть всегда с вами рядом. И хотим вам пожелать, дети, чтобы на этой дороге было мало, конечно, ухабин, но если будут огорчения, мне очень хочется, нам вернее хочется, чтобы вы нашли себя, не потерялись в этой трудной жизни, не поддались на минутные слабости, удовольствия, а нашли себя в работе, в деле, в любимом или в семье.
Сегодня для вас родители построили этот замечательный корабль. И нам хочется всем, чтобы вы, отправляясь в путь на этом корабле, чтобы он был всегда под всем потом под шпилем у него было. Но не забывали, что есть такая гавань под названием «Отчий дом», где вас ждут ваши родители, самые лучшие родители в мире, самые лучшие и надежные друзья ваши. Поэтому мы желаем в добрый путь на этом корабле. Всего вам доброго! С поздравительным словом выступает директор школы Педенин Юрий Михайлович. Каждый год вот на этом месте собираются выпускники, собираются родители. Но почему-то вот этот год больше всего меня расстраивает. Мне жалко вас отпускать. Надо еще бы вас здесь оставить. Знаю вас, знаю ваших родителей хорошо. Выпускники, юноши и девушки, позади детство, впереди юность, впереди ваши надежды, впереди ваше будущее. Хотелось бы вам сказать, не обольщайтесь. Там намного труднее, куда вы идете. Здесь вас окружают только добрые люди, хорошие преподаватели, родители, а там уже надо будет за жизнь цепляться нам самим. Будет трудно, но я хочу сказать, идите вперед. Идите вверх, вверху красивее, чем внизу. Хочу вам сказать, чтобы все ваши желания, которые вы задумали, вы сами исполнили для себя. Конечно, с помощью родителей, с помощью друзей, но чтобы вы стали учеными, врачами, учителями, кем вам захочется, будьте ими, но будьте людьми. Будьте выпускниками нашей школы, нашей средней школы номер 3. Сегодня у нас в гостях специалист отдела образования Петровской районной государственной администрации Кузьминова Людмила Георгиевна. Предоставляю ей слово. Дорогие ребята, дорогие родители, разрешите по поручению Петровской районной государственной администрации сегодня поздравить вас с замечательным днем. Днем первого испытания в жизни своей. Это окончание средней школы. Ребята, сегодня все для вас. Все, что существует в мире, самое лучшее сегодня для вас. Вы такие красивые, мы сидим, вот все здесь гости, присутствующие, взрослые, родители, просто пришли люди посмотреть на вас. Это неописуемая красота молодости, надежды нашей на вас. Все сейчас говорят, что трудно. Но таким молодым, таким красивым, сильным, все будет по плечу. И мы, конечно, надеемся на вас. Особые слова благодарности я хотела бы сказать родителям. Очень сложно все в этом мире. Но только с вашей помощью ваши дети чувствовать будут себя уверенно. Поэтому помогайте им еще. И, конечно, мы им поможем. А вы, ребята, я хочу вам одну наводку пожелать успеха, чтобы вам сопутствовала та счастливая звезда, вот сколько звездочек сегодня здесь, по которым вы ступали. Эта звездочка светила вам в жизни. А звездочка, которая первая, вам дала это понятие, этот смысл жизни, это стены родной школы и те люди, которые вам
это все дали. Поэтому счастливого вам пути, легкого вам пути, чтобы вам все было, у вас все хорошо. А мы за вас будем переживать и сопереживать и радоваться. Все-таки мы на вас, вам, на вас надеемся. Вы победите в этой жизни. Спасибо. Есть в вашей жизни только два человека, которые никогда не сделают вам зла, никогда не предадут, никогда не оставят, всегда помогут и успокоят. Но если и поругают, то не зла ради, а для вашего же блага. Это ваши родители. Они сейчас волнуются не меньше вас. Слово для выступления предоставляется родительнице 11-го учащийся 11-го В класса, вернее, выпускница, извините, пожалуйста, Трофименко Людмиле Викторовне. Дорогие наши выпускники, уважаемые взрослые, сегодня с особой остротой ощущаешь значимость происходящего. Ведь даже природа готовилась к этому событию. Всю ночь шел дождь, тревожный, странный, тяжелый, серый и незваный. И плачут горестные березы, роняя горестные слезы, и тополя, подняв листву, уже готовы к торжеству. Этот день ваш встречая, стоят сады, полны плодов, твоих, моих, его трудов. Ваш новый день, он к вам прибудет. Работы всех вокруг разбудит. И первоклассники опять начнут пятерками сиять. Десятиклассники начнут мечтать попасть в мединститут. А вы, ушедшие из школы, тихонько станете вздыхать. О школе станете стихи писать. По радио просить для нас исполнить нежный школьный вальс. Придете в школу, будете как гости. Не правда? Ведь совсем вчера вы были просто детвора, а сегодня вы говорите: прощай наш класс, прощай наш двор, прощай, прощайте. С этих пор вы стали взрослыми. Теперь закрыта будет в детство дверь, и ключика к ней не найдется. Шагать вам в жизнь придется. А в жизни, ох, как все непросто. Каждому из вас придется бороться в одиночку. И не будет рядом учителя, верного, надежного, который подскажет, поможет. Ведь это только в школе все задачки сложные запросто решались. Поезда и путники вовремя встречались. Двигались без трения детские салазки. Все концы счастливые, как в счастливой сказке. Если же споткнулись вы в дороге где-то, там в конце учебника есть на все ответы. А теперь эти ответы вам придется искать самим. И сегодня, отправляя вас в эту дорогу, название которой «Жизнь», нарисовавши такой прекрасный корабль, я хочу пожелать, чтобы он не был для вас «Титаником». Пусть это будет маленький, легкий фрегат, но обязательно с алыми парусами, чтобы вы никогда не забывали тех, кто привел вас к этому дню, а это ваши учителя. Конечно, самый главный закон, который вы вынесли из школы, это закон, что все на земле познается в сравнении. Вот и мне хотелось бы сегодня сравнить наших дорогих учителей, тех, которые затратили столько и сил на благо наших детей. Я бы хотела вас сравнить, пусть это не покажется банальным, со светофорами. Учителя, вы светофоры. Зеленый, красный, желтый огонек. А нашим детям в ученическую пору сигналы ваши были невдалек. Ваш свет казался нам таким несложным, совсем не расчлененным на цвета, опасным. Желтый, осторожный, зеленый, как надежда, как мечта. Пусть были слепы, но теперь воочию увидели, что вами спасены. Горели светофоры днем и ночью. Ваш честный труд, без ропота и сна.
Поэтому разрешите мне от всех родителей просто низко поклониться вам за ваше терпение, за ваш труд, за вашу любовь, которую вы все эти годы дарили нашим детям. Низкий земной поклон вам. Спасибо большое. Слово предоставляется родительнице, выпускнице 11-го Б-класса Полиниевой Светлане Викторовне. Уважаемые учителя, дорогие наши выпускники, гости, все родители, вы знаете, сейчас настолько вот волнуюсь, мне каждая клеточка, кажется, аж трепещет, как будто не у меня дочь выпускница, а я сама выпускница. Но я хочу, чтобы вы все вернулись немножко лет 10 назад и вспомнили такую историю, как когда-то первоклассника-мальчишку, пришедшего из школы первый раз, родители спросили, как делишки, понравился тебе твой первый класс? Понравился, но это все детали, съязвил сынок родителям в ответ. Так что же вы мне раньше не сказали? И почему вы от меня всю жизнь скрывали, что в школу ходят целых 10 лет? А 10 лет прошли быстрее сказки. Мальчишки, ребята, вечный поиск истины, добра и красоты. И чтобы явью вашей жизни стали самые высокие мечты. Пройдут года, столетий нити, утонут синие дымки звезд, но слово теплое учитель всегда растрогает до слез, всегда заставит вспомнить что-то родное, близкое тебе. В 20 веке и в 200-м учитель вечен на земле. Мы с именем вашим знакомы с пеленок. Вас знает и взрослый, и каждый ребенок. Нет, вы не артист, не герой, не правитель, а лишь рядовой, незаметный учитель. Но если вы в жизни чего-то добились, для этого вы от души потрудились. В основе всех наших идей и открытий лежат ваши знания, наш мудрый учитель. И сколько бы лет вы не видели с нами, для вас мы всегда, Саша, Паша, Юляша. Вы детской страны верный страж и хранитель. Вы молоды в старости, милый учитель. Вы наша опора, вы наша святыня. И нам не забыть ваше славное имя. В театре судьбы нашей вы главный зритель. Наш строгий всегда справедливый учитель. Не знаете вы ни покоя, ни лени, ничто не заставит вас встать на колени. И пусть вы бедны и унижены ныне, но звание высокое не уронили. Вы наши сердец обожаемый житель, наш скромный и всеми любимый учитель. Огромная школьного учебного курса вместе с 11 А-классом. Заучу от нас поклон. Кто из нас вас не влюблен? Вы душевные и стройны, но при этом так умны. Светлана Егоровна. Диплом. Из средней школы номер 3 Съедина Лидия Николаевна. За успешное окончание школьного учебного курса вместе с 11 А-классом. Математик строгий наш, вас мы часто утомляли, бестолковыми бывали, но науку уважали. Дипломом награждается директор средней школы номер 3 Федюнин Юрий Михайлович за успешное окончание школьного учебного курса вместе с 11 А-классом. Всегда строг и справедлив, за порядком он следит, чтоб никто не опоздал и урок не прогулял. Если решишь незаметно пройти, все равно он на твоем пути. Как же трудно вам подчас школой всей руководить, все понять и всех простить,
знайте, не забудет вас наш 11 А-класс. Спасибо. И медали. А медаль откуда? Прямо оттуда. Дипломом награждается учитель средней школы номер 3 Мартынова Раиса Николаевна за успешное окончание школьного учебного курса вместе с 11 А-классом. Раиса Николаевна, вы красивы, вы прекрасны. Ваши усилия ради нас не прошли напрасно. Раиса Николаевна, мы любим вас и вас. В тот день светило солнце горячо. Светло желтели клены за окном. Вы, положив мне руку на плечо, сказали: ну давай, дружок, начнем. Учитель учили буквы складывать, читать, цветы расти и бабочек ловить, на все смотреть и все запоминать, и все родное русское любить. Нашей второй мамой Ниной Ивановне. Спасибо за то, что жалели, любили, за то, что взамен ничего не просили. Спасибо за ваши теплые, за ваш теплый взгляд и теплую улыбку. Нашему математику Елена Анатольевна. Математика – королева наук. Без нее не летят корабли. Без нее не поделишь ни акра земли. Даже хлеба не купишь, рубля не сочтешь. Что почем не узнаешь, узнав не поймешь. Нашему биологу Наталья Михайловна. Например, вот наш биолог, это учитель просто класс. Стал нам сексопатолог, клево получил от нас. Знаем мы теперь о мёду, знаем про зверей. Знаем даже соль капусты, где берут детей. Наша дорогая Тамара Ивановна. Язык иностранный, довольно-таки странный, зубри слова, транскрипции и ничего в мозгах. А нам не нужен максимум, нам нужен только минимум, чтобы прочитать на шлёпке на импортных штанах. Нашему учителю физкультуры Геннадию Павловичу. С таким здоровьем, как у нас, мы передвинем горы. От всей души благодарим уроки физкультуры. Нашему библиотекарю Александру Семенову. Здесь должна быть тишина, но нарушается она. Лишь только прозвенит звонок и закончится урок. С улыбкой доброй на устах встречает школьников в дверях. Поможет выбрать книжку девчонкам и мальчишкам. Лубенец Елена Александровна. Когда она идет по школе, за ней шлейды запахов летят. То пряники она для нас готовит, то булок разрумянившихся нам раздаст. А в общем-то она для нас мила, красива, всегда желанна и необходима. Ведь кушать хочется всегда. Настите, Елену Анатольевну. Вручение немножко переносится позже. Ну и, конечно, нашей последней маме Лене. Где поставить запятую, двоеточие, тире, в корне гласную какую, как писать частичку «нет»? Скажет точно, без ошибок. И девчонок, и мальчишек учат грамотно писать. Знать родной язык на пять. Часто школьники ворчат: ох, какая строгая, а потом благодарят, что научила многому. Спасибо вам за все.